Всем привет, катаны! С вами Мегунат, и мы сегодня пообсуждаем на тему аниме. Насколько мы знаем, на Земле существует три вида людей, которые по-разному относятся к аниме. Первые – это аниме-задроты. Ну, я думаю, их даже представлять не надо. Ну, а второй тип людей – это аниме-хейтеры, разумеется. Ну, куда же без этого? Ну, а третий, самый загадочный – это, разумеется, нейтральная сторона. Ну, то есть люди, которые как бы смотрят аниме, но в то же время и не говорят, что они отбитые задроты. Ну, я неясно выразился. Я хотел сказать, что они как бы, знаете, как они относятся? Никак, в общем-то. Просто смотрят и все, а на остальное им вообще посрать. А я отношусь к третьему разряду, так как я не особо смотрю аниме, хотя оно мне очень даже нравится. Практически все хейтеры думают, что аниме это китайские порно-мультики, ну хотя это глубоко не так. Есть же шедевр от как там этого чувака зовут? Миядзаки какой-то бла-бла-бла. Но он же делает нормальные аниме. Но есть некоторые другие аниме, которые достойны внимания каждого. Допустим, «Рандеву с жизнью» или «Токийский гуль». Хотя о чем я говорю? «Токийский гуль» — это говнище полное. Ни одна из этих сторон, конечно же, не истина. Так как у каждого свои вкусы. Но и разумеется, каждый смотрит то, что он хочет. Ну, анимешники смотрят аниме, вот гики смотрят сериалы, бла-бла-бла. Каждому свое, как говорится. А я хочу, чтобы всего лишь не было раздоров между людьми. Понимаете, я хочу, чтобы мир был миром, а не площадкой для ругательств и матов. Но я знаю, что меня никто не слушает и все равно продолжает материться на ту или другую сторону. Собственно, к чему я веду? Ну, я хочу, чтобы люди были более сплоченными, что ли. А то, как бы, блин, куда ни посмотри, везде либо школьники, либо дотеры, либо КС. Ну, в общем, вы поняли. Что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы, ну, я так понимаю, вы же поддержите его, поставите лайк или подпишитесь на канал. Хотя от меня опять отписался мой бро, вы представляете? Теперь у нас 24 бро, а не 25. Жалко, жалко, ну да ладно. Что ж, ничего, скоро этот бро снова, надеюсь, подпишется. А до тех пор всем пока, удачи!